Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру Darkwood. Так, камни. Ладно, хорошо, заберем камни и подберем, наверное, вот эти три камушка. И хотел я вот эту территорию свою зачистить в доме от плесени. Так что давайте сейчас сделаем с вами факелочек. Один, одного, наверное, хватит. Сейчас посмотрим. Ну что, плесень, готовься. Сейчас мы будем от тебя избавляться. Давай, где? Ага, вот он. Вставляем и пошли ее сжечь. Можно было бы, конечно, ее и оставить здесь, но вы знаете, как бывает. Приходится дома ночью убегать от всяких мутантов, приходящих ко мне. И эта комнатка будет как раз кстати. Так, ну что, должно... А, нет, наверное... Хотя все нормально. В принципе, тютелька в тютельку нам хватило этого факелочка. И теперь, ребята, мы отправляемся на сухой луг, на первую свою локацию. Один из моих подписчиков дал мне пароль от ящика, который у меня находится в первом убежище. И я хочу его вскрыть, посмотреть, что там будет. Так что давайте туда по-быренькому сбегаем. Ну что, псина, иди сюда. Опа-на, здесь у нас труп лежит. Давайте-ка посмотрим. Таблетки, горючка, гвозди и проволока. Зашибись, да? Сколько бегал, не встречал тут этого трупака. А на обратной дорожке, надо же, лежит красавчик. А может быть, они здесь периодически появляются после определенного количества времени. Кто его знает. Но в любом случае, я должен был пробегать здесь неоднократно, потому что сухой луг мной пробеган вдоль и поперек. Ух ты! Помню этого уродца, который постоянно от меня убегает. Давайте его хлопнем. Ух ты! Ты посмотри-ка. Ну-ка, давайте догонять его. Черт, ушел. Надо же, и тут этот гаденыш от меня убежал. И, если честно, я так и не понял, для чего нужна вот эта вот колокольня разрушенная. В чем ее здесь суть? И постоянно этот урод там сидит, что-то колдует. Ну что же, вот практически мы и дошли до своего домика. Сейчас только найдем сундук, вскроем и посмотрим, что в нем будет. Ага, вот он уже и стоит, рядышком. Пароль, значит, у нас получается здесь 2919. Если честно, я до сих пор не знаю, откуда они его взяли. Где я мог пропустить? Ну-ка, смотрим. Ого, нож. Ё-моё, у меня не поместится все это. Взрывоопасная бочка, гвозди. Самое главное, что тут ткань есть. Давайте выбрасывать камни, потому что не хватит у меня места забрать это все. У нас нож. Можно метать, кстати, его. Металлолом тоже заберем, пригодится. Веревка. Ну и место у меня закончилось. Надо что-то выкладывать, наверное, на верстак. А потом за счет алкоголика это все, чтобы он нам притащил. Велосипедист, я про него говорю. Так, давайте-ка сделаем тогда улучшение ячеек на панель быстрого доступа. Одно место освободилось. Ну это мы можем взять. Что? Только веревку или канистры? Давайте, наверное, вот так. Черт, ага. И бочку возьмем. Остальное нам как бы все. Может быть, яйца выложить. Их можно было бы продать у оборотня. Он, кстати, здесь недалеко находится. И забрать, в конце концов, эту канистру. Она причем полная. Или же выкинуть таблетки. Самое хреновое, когда у тебя маленький инвентарь. Хочешь утащить много, но ничего не получится. Давайте вот так сделаем. Так, 45 это получится, если мы будем эти яйца продавать. 45 монет. Давайте мы, наверное, вот так сделаем. Выгоднее получается. Ну, а можно еще сбегать на верстак и выложить. Вот только что, пока не знаю. Наверное, это будет горючее все-таки. Возьмем не полную канистру, вот эту и вот эту. Две ячейки освободили. Сейчас заберем
таблетки с досками. Ну и можно возвращаться, в принципе. Здесь делать уже точно нечего нам. Так, ну что, погнали. На всех парусах. До дому, до хаты. Ну, раз он встретился на пути, давайте с ним поболтаем. Чего мясо? Да ничего, давай-ка поторгуем. Однозарядный пистолет. 50, он нам не нужен. Так, таблетки нам, наверное, пригодятся. Остальное все, в принципе, как и нужно. Так, подтверждаем, погодите-ка. Блин. Мне бы, конечно, вот эту обойму, но не хватит у меня денежек. Ну, или очков. Как хотите, называйте. Хорошо, давайте тогда так. Пускай будет 55. Но тут можно еще с ним. Ну-ка, давайте-ка. О, господи, я знаю этого коновала. Деревенщина, медсестра, а не врач. Толку от него. Но тебя, дорогуша, ему удалось провести с тем ключом, а? О чем ты? О чем ты, оборотень, вообще болтаешь? Я так и не понял. Ну что ж, теперь, наверное, уже точно побежали. И время как бы уже поджимает. Пока дойдем, будет самое то, что надо. И ночка будет впереди у нас. На всякий случай мы еще заправим, наверное, маленько горючего. Заодно освободим одну ячеечку. Давайте вот эту неполную канистрочку. Как раз будет самое то. Даже, возможно, у нас получится ее заправить полностью. Хотя вряд ли. Но на две ночи обязательно нам хватит горючки. Так что можно особо не волноваться. И быть спокойными. Так, время уже 8 час. Надо по-быренькому сматываться. Ну что же. Здесь все нормально. Так, тут у нас дверь прикрыта. Эту нам тоже надо закрыть. Стульчик давайте поставим сюда. Конечно, он не спасает, это однозначно, но мы услышим, по крайней мере, скрип этого стула. И будем уже знать, что кто-то сюда идет. Так. Какой здоровый. Это уже не стул, это уже больше как на кресло похоже. Давайте его сюда тоже до кучи поставим. Ну что же, как-то так. И остается нам вот здесь сделать по-хитрому дверьку. Вот так вот. И за нее спрятаться. Главное не попасть в капкан, который у нас тут стоит. Черт подери, слишком, по-моему, слишком узко. Ладно, давайте еще разок. Вот так. Да что ж такое-то? Да, на меня она не будет открываться, это явно. Черт подери. Обязательно возьмем фонарь, потому что если придет полтергейст или этот король воронов, без света будет нам кранты. Капканчик мой родной, можно его, в принципе, вот сюда. Тихо, уже началось. Все, некогда. Оу, нет, только не полтергейст. Хотя нет. Тихо, ребята, видели? Какой-то чудило зашел. И мне кажется, что это волосатый абориген. Как же все-таки стрёмно, а? Стою за... Хорош мне там дом мой разбивать, урод! Чё, тебе там плохо, что ли, блюешь, гаденыш? Как я тебя ненавижу, блин. Как я вас всех тут ненавижу. В одной из серий, я помню, вот так вот встал за дверь, и они ее сломали просто-напросто. И забили меня. Чё они делают здесь? Вы посмотрите на улицу, рядом с генератором. Какое-то освещение и пятно.
Типа как дерево, не дерево, непонятно, что это такое. Черт подери, а, ходуны. Оу, тихо, 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 вытесняет меня, гад. Ну, я так и думал, что это волосатый абориген. А сюда гад не идет. Потому что прекрасно знает, что попадется в капкан. Вы посмотрите, как там все освещает, моргает. Опять этот свет магический. Как же мне хочется узнать, что тут вообще произошло в этой игре. Из-за чего все так поросло лесом. Почему люди стали сходить с ума, какие-то оборотни. Я, конечно, не удивлюсь, если я в конце игры проснусь и мне скажут: да, это был дурной сон. Но, надеюсь, такого не будет. Ну что же, четвертый час. Пока все тихо, если это можно сказать. По крайней мере, этот бусурман пробиться ко мне через дверь не может. Мы стоим. С этой стороны у нас стоит капкан. Если он решит обойти, он в него попадет. Ну и мы, естественно, его расстреляем. Тут как бы все уже ясно. Единственное, что вот это вот чучело, да, оно вроде бы как и идет ко мне, но почему-то не слышно вот этих вот звуков ходьбы. По идее, он громко ходит. Куда это он исчез? Оу, не, только не вороны. Только не ты. Фак, вы смотрите, 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 разбивает окна. А вот это вот печалька. Если поросли жуками полы, то действительно уже аномалия сейчас будет. Но все равно я отсюда никуда не выйду. Жесть какая-то, а? Кого там бьют? Ну что же, 7 часов уже. Все, остался часок, ребята. Часочек остался нам простоять. Слышу победную музыку. Так, опять плесень появилась на полу. Ёлки-палки. Да хорош вам, ну в самом деле. Вот за что вот это мне наказание? Я только от нее избавился. Ну что же, ребята, поздравляю нас. У нас 24-й день начался. Репутация на 150 очков увеличена. И тут надо будет нам... Тихо, черт, рванулся. Найти нашего торгаша и посмотреть, что у него есть на продажу. Мне нужно что? Так, штык лопаты это мне не нужно. А обойма у него нет. А нет, есть обойма. Ткань 450 стоит. Давайте продадим ему 4 яйца. Будет ровно половина. И... Так, нож пригодится. Это тоже надо. Давайте тогда избавимся от таблеток. Плюс еще 50 очков мы себе прибавим. Так, подтверждаем. Ну, можно и уходить от него. И надо нам теперь сделать с вами факел. Черт подери, а что не хватает-то опять у нас, а? Заколотим окошечко. Смотрите, гаденыши все-таки сломали. Причем везде. В той в маленькой комнате тоже навернули. Все. Делаем факел и идем жечь эту плесень. Ее там не так много. Думаю, одного факела будет достаточно нам. Ну что же, плесневелая фигня, давай опять будем тебя выжигать. Нифига себе, одного факела хватит. Вы посмотрите, как она тут размножилась. Вот это уже плохо. Блин, и так все время, да я на ресурсах обанкрочусь, делая факелки. Факел погас, ну естественно погас. Как же без этого. И все-таки я хочу у него купить ткань за 450. Давайте тогда торговаться с ним. Нож, я не знаю, нож нам пригодится.
Можно избавиться. Но у нас пока нет ничего. Давайте посмотрим на верстаке, что мы можем взять. Так, ну это мы сделаем отмычку. Может быть, гвозди еще. Надо тогда взять еще досок. Ага, это будет лишнее. Хорошо. Пускай пока полежит. Есть, конечно, одна идея. Бревна потом распилить на доски. Обойму обязательно возьмем с собой. Пригодится. У нас всего их две штуки. Так, гвозди до 50. Это максимальный предел. Так, досочки. Да, 10. Ну и не помешало бы нам, наверное, взять. Кстати, у нас яйца еще здесь 10 штук. Их можно тоже продать. Так, бутылки, бутылки. Не нужны они нам. Так, ну-ка, принимай, торговец. Сбагрим ему вот эти бутылки. Все равно мы ими не пользуемся, они нам захламляют инвентарь. Сколько выручили? 70. Ну что ж, довольно неплохо. Доски 3. Так, подтверждаем. И у нас 387. Буквально еще чуть-чуть, и мы сможем купить ее. Только я пока ума не приложу, что ему можно еще взбагрить, а? Яйца. Наверное, будем продавать яйца. Оружейные детали. У нас, кстати, две штуки их. Давайте, наверное, может быть, таблетки. Так, и яйца. Хватит, нет? Нам нужно 450, так? О, как раз то, что надо, ребят. Все, покупаем и делаем себе еще дополнительную ячейку на быстрого доступа. Как раз все, что есть. Веревка есть, ткань есть, делаем. Ну что же, просто замечательно. Тут, наверное, какой-то должен быть максимум, после чего я уже не смогу ничего себе делать. Вроде бы как правильно идем. Тихо, что тут у нас скрипит, трещит опять. Кусты шелестят. Вот ферма у нас с левой стороны, свиноферма. Значит, берем еще правее. Так, это у нас танк. Да, вот она как раз. О, знакомая музыка. Играет мальчик. Так, а здесь что у нас? Корпус танка. Корпус танка Второй мировой. Ну что же, мы нашли ключ, да, вы помните? Теперь пойдемте его отдадим пацану. И посмотрим, что он нам даст взамен. Он сказал, что нас отблагодарит. Очень хорошо. Хотелось бы знать, что он мне даст взамен на этот ключик. Ага, вот он, скрипач, играет. Музыкант, поговорить. Ну давай полялякаем с тобой, парнишка. Мальчик прекращает играть и опускает голову, избегая моего взгляда. Ёлки-палки, это что такое? Это какой-то непонятно даже кто. Ну что ж, давайте. Ура, вы такой хороший, спасибо. Мальчик переминается с ноги на ногу, он явно взволнован и растерян. Только вот теперь у меня есть ключик, но не хватает смелости. Она слишком прекрасна, моя красавица. Посмотрите на мою скрипку, она же меня засмеет. А ведь я для нее всегда играю. Одна из ленточек маски упала вместе с его ухом. Мальчик, будто ничего не произошло, цепляет его обратно. Но может, у моей мамы такая красивая скрипка? Я бы у нее попросил, но она очень на меня рассержена. Может, вы бы смогли ее уговорить одолжить мне скрипку? Я дам вам еще открыточку с извинениями. Она, когда ее видит, то сразу перестанет злиться и даст скрипку. Она прячет ее за шкафом. Принесите мне скрипку, вы ведь ничего не боитесь. Да и чего тут бояться? Дом моих родителей вы найдете в северо-восточной части старой рощи. Если вы принесете мамину скрипку, то я постараюсь записать вас на прием к доктору. А то вы очень плохо выглядите.
Я буду вас ждать около старой церкви в юго-западной части старой рощи. Даже вот так вот, на прием к доктору он меня сможет записать. Это что-то новенькое. О, какая прелесть, можно мне потрогать? Мальчик неуклюже вертит маленький предмет в огромной руке. Маме такое нравится. Где вы это купили? Если бы я был взрослым и у меня были бы деньги, то я бы ей такое подарил. Может, она перестала бы тогда на меня злиться? Слушай, парень, я не знаю, что с тобой происходит. Так, фотографии доктора. Это наш доктор. Он такой же добрый, смелый, как вы. Он мне помог. Он всем здесь помогал. Он дал мне такую красивую маску, чтобы вылечить все мои болезни. Вам бы, наверное, тоже такая пригодилась. Нет, спасибо, парнишка. Мне как-то и так устраивает все. А маску он тебе дал, чтобы ты, наверное, людей тут не пугал. Скорее всего, из-за этого. Ну какой же он безобразный все-таки, а? Мама как-то мне рассказывала про эту дорогу. Она говорила, что по ней путешествовали люди. Они выходили из домов и отправлялись в путь ночью. Я всегда боялся этой истории. Я боялся, что мама тоже однажды так выйдет из дому и бросит меня. Да, это, по-моему, Аннушка, которой заделали вот этого вот уродца. Это что такое? Подделка из каштанов. Вот так посплетничали. Ребенок вручает мне какую-то вещицу. Я сделал это для вас. Еще что ли? Вы слышали о свинье? Крестьяне держат свиноматку недалеко в свинарнике и называют ее матерью всех свиней. Говорят, она красивая, но я никогда ее не видел. Они не разрешают мне подходить к ней. Прогоняют меня. Вечно меня все прогоняют. Маленький музыкант опустил глаза. Может, у вас бы получилось на нее взглянуть? Если бы у вас получилось туда пробраться, вы бы не могли взять для меня кусочек мяса. Я никогда не ел свинины, но я слышал, что она очень вкусная. Вы можете мне принести чуть-чуть? О, парнишка, не обещаю. Но если найду, думаю, кусочек я тебе смогу выделить. Так, ну, я так понял, ничего он мне здесь хорошего не дал. А я-то думал, что какой-то куш получу за свои старания. Но дудки, ему еще понадобится, видите ли, скрипка. И это мне нужно идти в старую рощу. Как же я не хочу туда появляться, а, ребята, там же жесть. Там же эти трупоеды везде лазят. Ой-ой-ой-ой-ой. Но, по ходу дела, мне... не остается выбора, как идти именно туда, именно в старую рощу. Так, что здесь? Бревно. Угу. Старая роща у нас наверху, как раз в этом проеме. Давайте-ка сбегаем вот сюда, на эту ферму. И посмотрим все-таки, что мы можем сделать с этой свиньей. Мне очень интересно... хотя бы взглянуть на нее, но у меня этого почему-то не получается. Все время что-то мешает. То крестьяне нападают, то валят моего здесь персонажа. Ух ты, у меня здесь еще рюкзак остался валяться. Что в нем? Оу, тряпка. Самогон. Так, гнилой гриб, бревно, канистра. И посох. Так, погоди-ка, мертвый крестьянин. Так, здесь мы свиней... не всех добили. Она лезет на меня, а? Лезет, тварь. Готово. Зря я, конечно, патроны трачу. Надо, может быть, взять в конце концов лопату и нахерачить их тут всех. Можно было бы, конечно, наверное, взять нож. Но мне кажется, ножом не так эффективно. А вот лопатой-то я сейчас повеселюсь. Опа. Хряк. Два удара, короче, свинье надо, чтобы она сдохла. Ох ты, смотри, паскуда, что делает. Она еще тут брыкается. Слушайте, а почему бы нет взять вот этот вот кусочек мяса, да, свинины, и принести парню? Я думаю, прокатило бы. Ну, которые куски остаются здесь. Так, я слышу где-то грибы. Шкварчат.
как на сковородочке, но пока их почему-то здесь не видно. Странная какая-то ферма, везде трупы свиней вместе с живыми, как-то очень подозрительно. Ёлки, сколько их тут, а? Ну иди сюда, свинка, я тебя сейчас... Опа! Замечательно. Ну, вроде бы как и все, да? Слушайте, по-моему, я иду к свиноматке. Я надеюсь, это не босс какой-нибудь, не рванет она на меня со всех копыт. Так, миска с мясом, смотреть. Это необычное мясо, похоже, оно давно протухло. Ёлки, что там лежит? Смотрите, дергается. Мне даже немножко очково как-то туда подходить-то. Так, это что у нас? Странное мясо, пригодится. А вот и грибочки. Как раз немножко себе подбавим эссенции. Может быть, даже выучим какой-нибудь дополнительный скилл. Ага, еще одно странное мясо. Так, давайте вот так вот мы сделаем, чтоб я видел. Ё-моё! Ого-го! Ничего себе хреновина! Да это жесть просто какая-то. Ну-ка. Чё-то мне... О, тихо-тихо-тихо! Нифига, к ней подходить нельзя. Она брыкается своими копытами, если это можно так назвать. Короче, своими ногами. А ноги у нее в шипах. Открытка. Давайте сделаем себе, наверное, небольшую перевязку, а то у нас совсем с жетухами плачевно. Давай, родной, перебинтовайся. У меня, короче, здесь два варианта. Или ее застрелить. Может быть, если бы у меня был коктейль Молотова, ее можно подпалить. Ах ты, соплячка. Ну, явно подходить к ней нельзя. И опять же, не факт, что я смогу ее застрелить. Все дело в этих проводах, которые там лежат, и в этом агрегате, который можно включить. Так что давайте мы, наверное, туда отправимся и еще разок посмотрим, что можно сделать. Потому что она брыкается, сами видели прекрасно, к ней не подойти. Тут-то что можно взять? Гнилой гриб? Он нам не нужен. Погодите, я не в том направлении иду. Нам надо вот сюда пройти. Время пока позволяет. Позволяет нам все здесь полазить, поразведать. 13 часов. Ну давай. Беги, беги, родной, на всех парусах. Для запуска генератора я как раз с собой взял бензин. Сейчас мы заправимся и запустим. И посмотрим уже, что нам там будет писаться. Кстати, да, я не срывал в тот раз предохранитель. Может быть, сейчас мы его сорвем и посмотрим, что получится. Так, для начала нам нужно что? Заправить генератор, насколько я помню. Да, именно его. Ух ты, у нас даже две канистры. Как раз мы сейчас с вами одну-то сюда и израсходуем. Какой у нас план? А план будет такой. Сейчас мы заправляем генератор, подключаем свинью к току и должны как-то ее убить. Логично, логично. Так, чтобы воспользоваться, это мы все читали с вами. Подать... Ай, елки-палки, я же забыл включить генератор-то. Заправить-то заправил. Ну, это дело поправимое, тут недалеко. Замечательно. Ну что ж, какие у нас тут... прочитать записку. Мы ее читали. Свиноматку 15 секунд ее парализует. Это когда предохранитель. Так вот, я думаю, что... давайте вот так вот сделаем. Предохранитель сорван.
Рычаг установлен по центру. Нажимаем кнопку. Устройство работает, но ничего не происходит. Из-за двери слышен треск. Вот я смотрю на эти провода, да, вот они искрят. Устройство еще работает, но нужно, понятно, подождать маленько, чтобы они восстановились. В чем-то здесь загвоздка. Мне такое ощущение, что электричество просто-напросто не идет. Не идет туда внутрь. Из-за того, что эти провода разорваны. Но они вроде бы как в воде или в чем-то должна проходить напруга. Так, на 15 секунд они парализуют. Потом звуковой сигнал. Не срывать предохранитель, а я его сорвал. Устройство работает на полную мощность. Опять та же самая песня. Хорошо, давайте тогда отключим. И пойду-ка я, наверное, пробегусь, гляну. Может быть, вдруг что-то с ней произошло. Может, она там парализованная лежит, и я ее смогу добить. Это буквально 3 минуты делов-то. Хрена лысого, я слышу, как эта скотина визжит. Цела и невредима. Вот поросятина, свиноматка. Я бы сказал бы, свиномутант какой-то. Нет, это бесполезно, это просто сплошная трата патронов. Представьте, я практически в нее всю обойму всадил. И ей хоть бы что. Тварь, а? Что же мне с тобой делать-то? Ой, тихо. Блин, не подойти к ней ближе. Как бы я ни старался. Как в рыло бы стрельнул бы, или коктейль Молотова бросить. А у меня только самогон. Да. Значит, не резон, не резон. Не получится у меня. Так, здесь у нас что? Да у нас тут ничего нету. Тухлое мясо везде тут валяется. Ага, смотрите-ка, еще мяско. Вот так, отлично. Так, а здесь ничего нету? Абсолютно. Абсолютно, здесь я пусто. Ладно, давайте тогда пойдем на выход. И давайте-ка сбегаем еще раз, глянем эти провода. Они меня очень сильно смущают, потому что, смотрите, они разорваны. Может быть, их как-то можно соединить. О, осмотреть. Провода ведут в свинарник через маленькое отверстие в стене, но они перерезаны. Починить провода. Кстати, вот этот вот провод я видел, знаете, у кого? У этого, у Петрика. Но Петрик-то у нас улетел на своей ракете. И где же мне теперь брать? Насколько я помню, оборотень и торговец таким барахлом не торгуют. Вот это жесть. Время поджимает, надо... О, сундучок. Открыть с помощью отмычки. У меня как раз есть. О, обоим это хорошо. Таблетки. И металлолом. Ну, металлолом мы поменяем на посох. Он все равно нам не нужен. Хорошо. Так, записка, точнее, это открытка музыканта. Ладно, мы ее оставим, а поменяем, наверное, вместо гнилого гриба. О, вот так оно будет самое то. Сколько? 6 часов. Все, пора готовиться. Время не ждет. Закрываем здесь у нас двери. Блин-то плесень все-таки меня достанет. Так, у нас, по-моему, есть, не ошибаюсь, сейчас еще с собой есть мясо. Так, давайте-ка его сожрем, пока оно не испортилось. Раз, два, три. И два гриба. Блин, все равно мало эссенции, а? Черт подери, еще 400 нужно. И будет все у нас хорошо. Верстачок, верстачок, что бы тут сделать-то, а? Да ровным счетом ничего, можем зато выложить. Так, посох, самогон, металлолом. Давайте металлолом выложим. Ну, броник, наверное, мы все-таки оденем. От него будет больше толку на нас. Горючее, наверное, выложим. Сейчас будет ночь, оно нам ни к чему.
А вот фонарик-то у нас закончился. И тряпок нет, да? Значит, мы сделать не сможем. Тогда делаем факелок себе. Этот вот сюда. Переместим маленько. Записка трубу мы выложим. Она только захламляет нам инвентарик. Ну что, в принципе, все. Можно идти, наверное, врубать генератор. Так, погоди. Давай, не дуркуй. Что там уже заскрипело? Заскрипели полы. Пора бы их пробить гвоздями, чтобы так сильно не наводили на нас ужас. Блин, как меня бесит, что здесь вот эти вот плесневелые грибки распространились. Надо в срочном порядке их выжечь. Где у меня факел? Отличненько. И давайте приступим. Мы полностью здесь не будем зачищать, только лишь до генератора, чтобы можно было к нему спокойно подходить. Так как в этой комнате мы ничего делать абсолютно не будем. Ну что же, вроде бы неплохо. Тут у нас забаррикадировано. Окна, таблетки выставляем сюда. Надо будет съесть, у нас что-то со здоровьем-то вообще хреновенько все. Отлично. Ну все, время 20:00. Будем дожидаться наших гостей, которые к нам, надеюсь. Так, уже что-то завывает ветерок какой-то нездоровый. Все, по-моему, время наступило. Стол, ну хорош, а. Придется вот так вот подвинуть. Все, фиг с ним. Теперь срочно ныкаемся за нашу дверь. Не знаю, прокатит ли этот фокус на этот раз, на эту ночь, но попытаемся. Так, тихонько. Давайте вот так вот. Еще буквально капельку. Оп. Ну что же, наверное, где-то так приблизительно. И вот сюда мы просачиваемся. Все. Остается только дожидаться ночки. Все в полном разгаре, и как обычно, к нам уже кто-то ломится. Дайте-ка я, наверное... А здесь у меня ничего нету. Возьмем тогда пушку в руки. Да, темно. Но зато, надеюсь, безопасно. Ну где ты там? Блин, слишком... Так. Оу! Чмошник! Готов. Одного прихлопнули. Причем это был абориген. Лохматый который, а? Ну что же, он нам дает посох. Как-то странно, без тряпок на этот раз все обошлось. Так, дверь стучат, ребята. Пойду-ка я открою. Заодно гляну, что нам дадут. Так, ну что тут у нас? Таблетка. Замечательный приз. Таблетка. Черт подери, вылез на свою голову. Ну где этот хмырь? С какой стороны пойдет? Наверное, с этой. Ну, в любом случае, у нас выбор невелик, и придется выжидать. Откуда бы он ни появился, мы готовы. Ствол у нас почти полностью заряжен. Хватит еще одного, как говорится, отправить к праотцам, если что. Пускай догорает уж светильник этот. Все равно уже толку от него мало. Время... Ну что же, почти 5 часов утра. И я вам скажу, за это время пришел только вот один вот этот вот абориген лохматый. И будет замечательно, если никого не будет. Да, блин, тихо. Слышу скрип дверей. Это мне не очень нравится. Так, тараканы побежали. Значит, опять полтергейс. Или привидение. Ну, начинается, а. Черт подери, давай быстрее, утро, наступай. Блин, все под ногами прям это. Каша вылезла. О, это что такое? А, это жук.
Ядрёна вошь, я аж подумал, чья-то голова. Надо такому померещиться. На самом деле было похоже на голову. Но давай, 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 утро, наступай. Оу, чет. Нихера, он ударил в дверь, сломал мне. Что там стояло-то у меня? Стул, по-моему. Фух, пронесло. Ребята, 25-й день. 25-й день, и репутация увеличилась на 150 очков. Да нет, это была ванна. Он просто ванну ударом снес. Дверь, главное, осталась почему-то целая, а ванну снес. Ну что ж, торговец, давай, родной. Мне нужно от тебя что? Мне нужно от тебя обойма. Да, наверное, все-таки возьмем обойму, потому что у меня одна штука, а в нашем путешествии патроны нужны будут. Так, и возьмем еще, наверное, мы с вами... Я вот не помню, что нужно там, труба, по-моему, да? Или... Ладно, давайте мы сделаем так для начала. Все. Спасибо тебе, добрый человек. Давайте сбегаем к нашему верстаку и глянем. Самодельный дробовик, ну что же. Ах ты, черт подери, мне нужен одноразовый дробовик. Ну там, по-моему, этот обрез стоит уже дорого. 450, длинный ствол. Это ж сколько тебе еще нужно добавлять? Да, очень много. Ну, боюсь, у меня не хватит ресурсов, чтобы с тобой сторговаться. Соточка. Так. Таблетки сохраним. Блин, еще 265. Че тебе продать? Нечего, придется отказываться. Он не будет соглашаться на такую липовую сделку. А на верстаке у нас что есть такого непригодного для нас? Мы можем продать ему, например... Ну, яйца можем однозначно. Они нам не нужны, я так понял, что от них никакого эффекта нету. Ящик с инструментами, так как у нас их два. Можно продать еще... Так... Патроны, это все пригодится. Это мы, кстати, забираем с собой. Взрывоопасная бочка всего 40 очков стоит. Маловато. Металлолом тоже не будем мы продавать. Ну-ка, давайте сторгуемся. Что он на этот раз скажет? Может быть, нам уже и хватит. Яйца дают нам 50 очков. 150 уже. Так, давайте. Посох, труба. Так, ножик. 295. Блин, все равно мало, все равно не хватает. От жесть, а. Какой ты все-таки вредный торговец. Нам еще 115 очков нужно. На что их поменять, ума не приложу. Так, уже. А, еще и нет места. Еще и места нет, понимаешь ли. Блин, может батарейки ему загнать. И изоленту. Крыса, всего одно очко стоит. Зачем она нужна нам? Ума не приложу. Так, оружейный детектор. Кстати, одну можно продать. И в принципе все, вопрос на этом решен. Так, объединяем это все. Сигнальный факел. Давайте вот так вот. И бутылочку. Ну что же, вот теперь, я думаю, нам хватит с головой даже. Давай, мужик, принимай 50 очков за яйца. Так, посох. Батарейки. Уже даже, я бы сказал, перебор. 592 очка мы заработали. Так, давайте мы возьмем вот этот ствол длинный, нарезной. И пойдем сделаем себе дробовик. Так, не этот, вот этот, однозарядный. Патронов у нас сколько для него? 4 штучки. Ну,
Вы сами видели в одной из серий, как он шмаляет довольно мощно. Одного выстрела хватает, чтобы убить трупоеда. Так, что у тебя? 142 очка, да? И я вижу, у тебя есть тряпочки, они нам пригодятся. Ну что, вроде бы и все, наторговались. Так, сделаем себе броник. Шикарно. Да, мне надо было, конечно, сделать еще один фонарь, светильник. Он бы нам очень сильно пригодился для темных наших делишек. Ну, пока его нету, будем бегать с факелом. Так, изолента нам больше пока не понадобится. И вроде бы все. Так, что у нас вот окно? Ай, опять гвозди, деревяшки нужны. Так, гвозди здесь. Деревяшки, что все? А, вот, вот. Давайте-ка здесь починим. Нечего им тут разгуливать, как говорится, по белу свету и заходить в мой дом, как к себе домой. Все, больше это не нужно нам. Гвозди не нужны. Так, я вот сейчас сижу и думаю, куда он нам отправится-то, а? Блин, в старую рощу придется бежать. Хотя я, знаете, что думаю? Давайте-ка мы с вами сбегаем в дом к Петрику и заодно убедимся на 100%, что его там нету. А вдруг он там, может быть, он где-то спрятался или рядом у него ракета там стоит, в которую он ныкается. Все равно нам нужно где-то брать провода, как ни крути, без них мы ничего не сможем сделать. Ну что, мы уже почти где-то рядом с домом Петрика. Ага, вот забор. Ёлки-палки, ребят, я забыл кое-что сделать. Блин, возвращаться приходится. Я забыл выключить генератор, он же будет молотить, тратить бензин. Это что у нас такое? Ага, ящик. С помощью отмычки. Хорошо, что она у меня была с собой. Металлолом тут, капканчик, проволока и сигнальный факел. Что ж, довольно неплохой лутик. Так, давайте-ка срочно вырубим. Ёлки-палки, да я же вроде травил здесь эту плесень. Опять что ли расплодилась? Как она меня напрягает. Нутром чую, что его здесь нету. Ну и как видите, верстак есть, а Петрика как водой смыло из этого дома. Все, он у нас теперь стал как Гагарин, полетел в космос на всех парах и забыл. Хоть бы оставил какую-нибудь штучку, где можно было бы приобретать его товары, но, к сожалению, ничего у нас из этого не выйдет. Так, ну что же, тогда будем, может быть, он где-нибудь. Так, а здесь мы, кстати, с вами были или нет? Я вот что-то не помню. Опа-на, таблетки. И две бутылки Молотова. Значит, мы сюда не забегали. Петрик, вернись, я все прощу. Как же мне без проводов-то теперь жить, а? Как же мне проходить квест? Вот это незадача. Тут еще, кстати, плесень. Грибочки. Факел есть, есть, но мне не хватит здесь ее всю загасить. Да и к тому же там у нас какой-то лежит, скажем так, полочка, что ли, какая-то. Или стол. Смотрите-ка, хватило пройти. Ну, здесь я был, как видите, полено как-то лежит. И 10 гвоздей мы находим. Еще и доска с гвоздями. А доска с гвоздями — это хорошо, мы ее сможем потом продать. Я, правда, не помню, сколько она стоит, но не так уж и дорого. Что ж, мы убедились, что Петрика в этом доме нету. Придется искать какой-то альтернативный вариант. Оу. Самогончик и 15 спичек. Давайте вот сюда поставим. Не все, значит, я успел облазить за то время, что был у Петрика в гостях. Это сейчас что такое было? Что это за музыка такая проиграла? Хм, очень интересно. Капканчик нам пригодится. Давайте мы его заберем.
Ну что же, полностью мы с вами обижали территорию возле дома Петрика. Ничего здесь не нашли. Хмырюга, вставай давай. Два камня. Они нам не нужны. Так, это я уже куда-то вглубь леса побежал, по ходу дела. Нет, не... Опа, бежит. Бежит за мной. Слушайте, а дайте-ка я попробую сейчас шмальнуть в него. Вдруг рога получится добыть, а? А это 100 очей. На раз. Вот это вещь. Вот это я понимаю, ружьишко. Однозарядное. Так, гвозди пошли отсюда прочь. Так, где рога? Ага, вот они. Я ж думал, потерял. Время сколько? Час дня. Слушайте, а по-моему, здесь еще где-то олень был, да? Ползал. По крайней мере, что-то мне такое вспоминается. Ага, вот и он стоит. Ну что ж, ребят, давайте еще одни рога получим. Смотрите-ка, что-то не завалили сразу. Ёлки-палки, да что-то... Не понял, у меня что, патроны кончились, что ли, а? А, нет, просто не успел перезарядить. Видимо, он меня звезданул рогами. Где ты тут, олух? Бегаешь. Иди сюда, я тебя поджарю. А, вот он. Все, ребята. Ну, считайте, по соточке. И это 200 очков. Я считаю, оно того стоило. Вот только что выкинуть. Давайте глянем инвентарь. Приценимся. У нас есть доска с гвоздями. Стоит 20. А также... Сигнальный факел. Нет, давайте доску выкинем и возьмем рога. Неплохая сделка у нас получилась. А если призадуматься, то, по-моему, где-то тут еще и третий лось бегал. Но, если честно, я вот не помню. По-моему, где-то выше. Фиг его знает. Может, в деревню сбегать еще разок, а? Навестить, так сказать, дедулик и бабулик. Как говорится, ходячая дурка. Все, вот сейчас, по-моему, я последний патрон зарядил. Больше, к сожалению, у меня нету и не будет. 2 часа дня. Отлично. Просто все превосходно. Эх, Петрик, Петрик, за что ты меня покинул? Как же мне теперь без проводов-то быть? Ну, здравствуй, деревня. Встречай меня коровьим молоком да свиным мясом и салом. Пришел... Остатки грибов. Пришел, так сказать, ваш спаситель. Ваш спаситель и освободитель. Так, я сюда не могу пролезть. Ну, я, видимо, здесь был, раз уж все так открыто. Печурка... О, в печурке металлическая труба находилась. Это хорошо. Опять, правда, у меня все забито битком. Я не знаю, если даже мы что-то здесь с вами найдем. Куда это все укладывать? Пока ума не приложу. А, так мы в этом доме были. Я его вспомнил. Вот же выход из этого. Так, у нас тут еще и хлеб валяется. Выход из колодца был в этом доме у нас. Слушайте, а может быть через ямы сбегать к себе к домику, выложить все и вернуться сюда, да засобирать все, что здесь осталось, все эти мелочи, чтоб уже не ходить сюда никогда. Блин, пол деревни приходится обижать, чтобы найти эти ямы. Идиотизм какой-то. Никак не могу запомнить, что они находятся практически рядом с бабкой-курятницей. Ладно, давайте выкладывать с вами. Так, подожди-ка, в капкан не вляпаться, главное. Верстачок мой родной, ну что? Так, грибы надо будет съесть. Вот, давайте рога. По соточке, это довольно хорошо, 200 очей сразу же. Так, коктейль Молотова объединим. Проволока есть у меня? Нету. Гвоздики. Так, труба, но они не объединяются в любом случае, металлолом.
Так, патрон пригодится. Сигнальный факел. Все, вроде бы, да? Давайте... Нет, это мы оставим. Гриб мы обязательно съедим. Ну все, как-то так. Вроде бы все хорошо. Бензин. Не знаю, зачем нам, правда, две канистры. Но вдруг там что-нибудь найдем. Однозарядный дробовик. Ага, давайте-ка починим. Попробуем, наверное, сделать. На этом предмете уже есть такое улучшение. Так, а вот это что, если я нажму? Значительно повышает прочность оружия. Да, кстати, мне еще нужно как-то... Не хватает места для улучшения. Нужно улучшить верстак. А где мне взять эти клещи? Вот что я хочу спросить. Я уже сколько здесь бегал, клещей таких я не видел вообще. Так, печка, давай-ка мы съедим твой маленький грибок. Ну что же. Уже около того. Но все равно маловато. Прыгаем в ямы и собираем весь лут, который мы там найдем с вами. Я уже сколько раз говорил, что у меня руки чешутся просто их всех здесь накрыть. Почикать, вырезать. Все равно они страдают. Избавить их от боли, от мук. Ну и, если честно, я хочу их полутать. Может быть, у них что-то полезное есть и хорошее. Так они здесь будут стоять вообще без дела. А так что-нибудь да пригодится. Надо только найти какого-нибудь такого бедолагу, который там, например, будет валяться, мучиться. О, гвоздики, хлебушек. Это все нам пригодится, конечно же. Так, давайте через окошечко шмыганем сюда. Так, мы вроде бы здесь уже были. Какой-то знакомый домишко. Хотя, если подумать, где я тут только не был. По-моему, все дома в этой деревушке уже облазил, обшарпал. Так, давайте выпрыгивать. Нечего здесь делать. Так, вот у нас колодец здесь стоит, но в него мы уже не поползем. Делать там нам нечего. Вот здесь вроде бы мы... Так, погоди-ка. А как нам сюда зайти? Мы же были в этом, по-моему, здании. Я ведь не путаю. Нет, двери открыты. Значит, точно был. Но, как говорится, повторение мать учения. Надо проверить все шкафы. Вдруг... Вот, видите? Таблеточки лежат. А это, извините меня, деньги. Очки. Это наши патроны. Это наши бинты. Это наше все. Древесина тут пусто. Ага, изолента. Здесь мы, кстати, с вами... О, канистра даже. Шлепнули юродивого. Вы прекрасно это помните. Я его заколол вилами. Его, ее, я так и не понял, кто это. Какой-то чудило, который лежал тут и кривлялся. Но, по крайней мере... Уже звуки не такие, как были раньше. Тут по первочку-то помните, да? Все скрипело и кричало. Это пентаграмма. Ой, а, фу ты. Это окно. Я уж думал, какая-то картина или потайная дверь. Но нет. Ничего здесь хорошего для нас уже больше нету. Я обшмонал все полочки, все ящички. Так, бабка с дедом сидят там, горюют. А вот в этом доме, интересно, был я. Так, о, смотрите-ка, лежит, корчится. Так, свинья, табуретка. Нет, табуретка нам не нужна. В этом шкафу бревно. Тут пусто, тут ничего нету. Так, древесина. Кстати, вот этот скилл, который я выучил, восполнять здоровье раз в день, поедая древесину, не работает. Или я просто не знаю, как им пользоваться. Что за бред? Так, стул обыскать. Ага, 15 гвоздей от меня спрятали. Ну, раз спрятали гвозди от меня, за это поплатится вот это чудило, который тут у нас в уголке сидит. Он все равно ненормальный, мне его не жалко. Дайте-ка я его сейчас лопатой. Хрясь!
Что у тебя там? Ох ты, ржавый ключ. Вы смотрите-ка. Труп безумца, он был безумен, ребята. Я его освободил от мук, поверьте мне. Все это было сделано не со зла, а во имя добра. Кстати, вот он этот дом-то, куда мы не могли попасть. Комната была заперта на ключик. Может быть, который сейчас у нас находится, подойдет к двери? Давайте мы проверим сейчас эту версию. Ну-ка. Так, понятно, что нужен ключ. У нас как раз есть ключик. Ни один ключ не подходит. Что-то, ребята, меня это опечалило. Совсем нехорошо. Значит, я не смогу туда попасть, а там какой-то погреб или еще что-то в этом роде. Здесь у нас стоит ящик с комбинацией. Опять же, нужен пароль. Так, погоди-ка, записка. Какой прекрасный день, сегодня мы снова встретимся. Надеюсь, что ей понравится. У нее в последнее время пропал аппетит. Но ничего, мы знаем, как это исправить, верно? Она должна много есть. Я сегодня выкопал для нее кое-что вкусненькое. Моя королева, только я могу быть рядом с ней. И больше никто, никто, больше никто к тебе не приблизится. Сегодня ты должна съесть все, что я принесу. И если ты паиньки, то покажу в лесу что-то. И цифры 42. Слушайте, ребята, это, по-моему, пароль, но листочек-то оборванный. Где вторая часть? Где вторую часть кода нам узнать? Где листочек, блин, второй, а? Вот что мне нужно знать. Да. Но здесь бесполезно гадать что-то. Надо находить второй листик. Продолжение. Ребят, хотите верьте, хотите нет, но я стал таким же безумцем, как и они. Бабка, тебе хана. Мертвая крестьянка, 3 спички. Убил бабку из-за 3 спичек. Но это только начало. Я почувствовал вкус крови, и теперь я ищу очередную жертву. Это вам, ребята, не пятница 13-я, это Дарквуд, где бегает маньяк с лопатой и мочит всех, кого увидит. Даже вот эту бабушку в кресле качалки не пожалеет. На! Опа! Провод, как раз тот, что мне нужен, и ножичек у нее. Хо-хо! Это мне придало еще больше ярости. Теперь я должен найти всех. Всех в этой деревне уничтожить. Ну, бабку я, наверное, эту не смогу зашибить. Курятницу-то эту. Чего тебе нужно, милок? Голодный ты, супу съешь. Я бы тебя угостила, но как ты будешь есть? Бог ты мой. А в чем проблема, бабуля? У меня что, рта нету? Как я буду есть? Глупые вопросы. Так, ну это все мы читали, все это у нас было. Так, ладно, хорошо, с бабкой ничего нового не произошло у нас. Она даже и не поняла, что у нее нет ключа. Хотя, что это за звуки такие, а? Кто там что-то делает? Нужен ключ. Блин, вот в эту дверь. Кстати, вот тот ключ-то, который мы нашли в подвале, может быть, его можно было израсходовать как раз на эту дверь. В общем, тут развязок, я так понимаю, не одна. Тут несколько. И всегда можно по-разному поступить. Можно было отдать пацану, как мы сделали. Можно было отдать оборотню. А также можно было, наверное, открыть вот эту дверь. Жаль, здесь нельзя записываться в любом месте и переиграть, например, определенный момент. Так, а что, у нас курица тоже подыхает? Куриная голова, стоимость 3. Надо же, мы даже можем головы куриные собирать. Вот этого я не знал. Так, интересно, я вроде бы тут все облазил, хотя народу должно быть тут еще дофига. Только они все ныкаются. А, там 2 на заваленке, 1 там где-то бухает. В общем, их надо всех найти.
А ведь я говорил, что никого не оставлю в живых. На. Что же, самогончик? Брат, извини, он мне нужнее. Так, куда? Блин, не могу положить. Сделаем по-другому маленько. Нет, бумажку мы оставим, а у нас хлеб и куриная голова. И руль. Руль выбросим нафиг. Так, погоди, погоди, погоди. А вот самогончик заберем, отлично. Ну где? Где остальные? Где-то здесь, да? Ага, вот они, двое на завальнике. Черт, промазал, тебе повезло. Хрясь. Жаль бабулю, а это дедушка. Слушайте, может быть, я, конечно, что-то неправильно делаю. Самогон. Может быть, этого нельзя было делать так вероломно, как это делаю я. Вы уж, ребятушки, меня не обессудьте. Все равно нам еще проходить ее раз пять, чтобы посмотреть все концовки. Так, проспиртованные бинты. А здесь у нас просто тряпки. Да нафиг эту куриную голову, толку от нее никакого. Тряпочки, это да, это вещь. Ну что же, где... Ага, еще один тут у нас стоит, красавчик. Здравствуй, дорогой. Погоди-ка. Вот так вот, отдохни маленько. Да вы посмотрите, они все сплошь и рядом здесь бухарики. Почему-то главное самогонка и бинты. Ну, видимо, накуролесят, падают, царапаются, режутся. А потом бинтуют себя. Так, ищем следующую жертву. Помнится мне, давичи возле речки кто-то полоскал бельишко. А вот она, бабуля. Прости. Тряпочка, ну что ж. Тряпочка мне пригодится. Да, я похлеще Раскольникова тут разгуливаю. И это мы вернулись на начало. А тут, по-моему, ничего у нас и нету. Кстати, инвентарь у нас забит вообще под завязку. Плюс у меня сломалась лопата, и сделать я уже ничего не смогу. Не расстреливать же их. Надо, наверное, думаю, возвращаться нам домой через ямы. Выкладываться. Ну, а дальше сам посмотрим, что будем делать. Вот они, родные мои подземные проходики. Давайте прыгать тогда. Глубокая яма. Войти. Кстати, я бы того, кто эти ямы копает, тоже бы лопаточкой бы пригрел хорошенько. Подкрепимся маленько. Шикарно. Время у нас сколько? 4 часа. Закроем на всякий случай. Металлолома нету, да? Хотя вроде бы он должен быть. Ладно, давайте выгружаться все, что у нас тут есть. Блин, а инвентарь тоже под завязку забит. Патрон пригодится. Металлолом, металлолом. Ага, можно кое-куда. Вот сюда мы его поставим. Ух ты, он объединяется. Еще лучше. Так, бутылка. Ага, 5 бутылок максимум может быть в пачке. Так, хлеб, таблетки, самогон, изолента. А изоленты только 3 могут, может быть в пачке. Ну, а из тряпок мы сделаем с вами, наверное, вот, лампу. Давайте еще одну. Хватает как раз. Замечательно. Одну выложим. Одну возьмем с собой. Так, обойма, самогон, хлеб, таблетки, хлеб сюда. Кстати, да, надо починить лопату. Вот это другой разговор. Броник немножко покоцанный, но еще терпимый. Ну, вроде бы, кажись, как все сделали. Хотя, подождите-ка. Давайте-ка мы, наверное, с вами объединим дровишки. Точнее, доски. Гвозди, нет, мы возьмем и возьмем досок. По-моему, мы там можем с вами сейчас что-то забить. Нет, погоди, блин, на факел не хватает тряпок, а? Мне туда не пройти, тогда придется, наверное, выкладывать обратно это все. Так, ножик, ножик, ножик. Бинты мы возьмем с собой, 3 штуки. Зачем они нам нужны? У нас 2 таблетки есть на данный момент. Так, это выкладываем. И у нас времени-то уже, блин, 5 часов, елки-палки. Ну, куда гвозди? Где еще есть? Блин, нет ни шиша. Ладно. Все, надо подготавливаться. Мы уже никуда, наверное, не побежим. Ночь на носу. Хотя всего 5 часов вечера. Здесь мы починим. Да ё-моё, нужен металлолом. Я что-то думал, что нужны доски.
Где у нас тут? Ага, есть такое дело. Пойдемте починим. Хотя, погодите, ребята, минуту, я кое-что вспомнил. У нас возле дома где-то должен быть этот, как его, открытый сундук. Мы из него кое-что не взяли, надо забрать. Где-то он здесь должен находиться. Что тут? Огромная дыра, новая локация. Что-то новенькое, где эта дыра? А, вот он, сундучок. А, и мы еще даже его не открыли. Ну-ка. Блин, и отмычки нету. Здорово просто. И проволоки у меня нет, конечно же, для этой отмычки. Так, ладно, фиг с ним. Давайте с вами. Так, ну здесь, по-моему, у нас ничего нету. Блин, тут все загажено. С этой стороны, да... Че, теперь три доски нужно? Да что за бред? Я же вроде с собой десяток брал. Ты что, жрешь, что ли? Я не знаю. Как он меня достал, а? Вот эта плесень, которая мне постоянно, хоть чуть-чуть, но вот надо ей ужалить меня, а? Чиним ванну, она нам пригодится. Все-таки хорошо, дверь держит. Седьмой час времени, блин, рановато еще ныкаться-то, но... Будем здесь стоять. Капканчик. Мне бы как-нибудь, знаете, полностью обложиться, чтобы вообще ко мне никто сюда не смог пройти. Так, а здесь еще у нас шкаф. Давайте его, наверное, сможем сделать. Так, не хватает досок, да? Ну-ка, у нас тут должны быть досочки. Вот они. Шкаф — это дело такое, тоже пригодится. Так, ух, какой он здоровый. Я думаю, знаете, что мы сделаем сейчас? Просто перегородим себе вот этот вот проходик. И двери уже точно никто не откроет. Хотя, лучше вот этот проход мы закроем. Черт, мне надо внутрь попасть самому-то. Закрывальщик хренов. Да ну что ты... Ну... Твою дивизию, ну блин, застрял еще. Так, давай оттаскивать его. Вот так. Туда мы не сможем пройти. Придется вот так делать. Здесь, по крайней мере, мы можем за него схватиться, отодвинуть его. И маленечко подкорректировать. Вот, ну вы поняли примерно, что я хочу сделать. Полностью перегородить этот проход. Время. Я все время смотрю на наши часы, чтобы не продинамить вспышку. Так, отлично. Все, теперь просто вот туда подталкиваем. Вот. Теперь я вообще полностью, как говорится, вооружен. У меня есть ствол, двери здесь, капкан с этой стороны. Все, осталось только выжидать. Времени-то только 9 часов, какого лешего-то начинается? Не надо больше ничего делать, пожалуйста. Твою дивизию, ты посмотри, как он просто проходит. Пошел прочь. Не будем мы обзи... Попал в капканчик. Нет, не надо свету тухнуть. Не надо тухнуть. Ну, как вы поняли, ребят, там в капкан у нас попался абориген. Я вижу, вон через двери его кривые рога торчат. Если он даже сейчас ломанется на меня, тут еще один, который его и убьет. Сейчас будет 00 часов, и начнется веселуха по полной программе. Все. Забегали тараканы, блин. Ну что ты там бегаешь, щемишься? Тихо, не надо. Не надо воплей, не надо плясок. Блин, вот так вот самое то, что нужно. Спрятаться за дверью,
никто тебя не видит, и безопасно провести ночь. Тихо, тихо, вытесняет меня гад. Значит, он все-таки ломится на меня через эту дверь. Да, ребята, мне приходится постоянно нажимать в левую сторону, чтобы меня не вытеснули из этого угла. А времени-то только лишь 2 часа ночи. Ну что ж, хорошо. Он меня отсюда выгоняет. Иди. Так, неужели привидения сейчас начнут буянить? Да, ребята, скорее всего, так оно сейчас и будет. Это ихняя песня. Черт подери, туман, туман какой-то надвигается, черный. Но этот говнюк все равно меня преследует. Обычно они сматываются, когда что-то другое появляется в доме. Он должен быстренько исчезнуть отсюда. Но он все равно стоит на своем, стоял. Нет, 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 не надо. Куда-то, видимо, отвлекался, а потом вернулся опять сюда же. А может быть, рассчитывал на то, что я подумаю, что он ушел и вылезу отсюда. Вот уж дудки, аборигенушка. Меня так просто не возьмешь. И не надо рычать в моем доме. Слушайте, на редкость удачная ночка, наверное, будет у нас. Все-таки 6 час. Все пока чинно, благородно, без приключений. Так, тихо, 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 дверь, дверь, слишком, слишком, слишком. Оу, вот это вот уже плохо. Все, ждем короля воронов. Если он появится, он меня пропалит. Слишком сильно открылась дверь. Ну, опа-на, вон он, гад, сейчас будет выпускать своих отродливых, уродливых птичек. Готовимся, ребята, к отстреливанию. Вот они. Так, сколько же их тут, а? Черт подери. Да еще шкаф этот. Да ну давай, время, блин, а, ну. Так, ух. Отбился. И у нас 26-й день начался. А репутация увеличилась на 150. Так, давай, торгаш. Да отодвинься ты шкаф. С одной стороны, он мне в этом моменте, конечно, немножко навредил, что я не смог убежать. Так, давайте продавать рога. Это 200 очков. Бронежилетик оденем, потому что у нас нету. Что у нас там по патронам? По патронам все кисло, ни одной обоймы нету. Надо это все дело... А, нет, что я вру-то, 2 обоймы еще. Так, крысу эту продадим. Она нам, как говорится, все равно не нужна. Торговать. Давай, принимай рога. Хлеб. Что тут у нас еще? Давай-ка мышей этих. Ну что же, я считаю, что довольно неплохой лут. Может быть, купить тряпку, ткань эту. Стоимость 450. Красное яйцо. Тряпки однозначно нужны нам, так же, как и проволока. Это наш стандартный, как говорится, боекомплект. Тряпки, проволока. Вот лезвие я даже не знаю. Пока не будем, наверное, брать. Вот обойму, патрон для дробовика. Так, ну и, наверное, все. 268 очков еще осталось у нас на будущее. Ну что ж, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте мы будем с вами завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до скорого.